Новости региона. 320 километров линий наружного освещения построят на подмосковных дорогах в этом году. В первую очередь подсветят самые аварийные участки, подъездные дороги к крупным городам, а также трассы с высокой интенсивностью движения. Освещение повысит безопасность дорожного движения в среднем на 50%. Сезон летних кафе уже на старте. Ожидается, что в этом году в Подмосковье откроется около 600 уличных террас, в том числе и в Клину. Это будут отдельно стоящие открытые веранды, зонтики или шатры. Отдохнуть и перекусить в летних кафе можно будет до конца октября. Эхо войны. В Клину обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной, буквально на расстоянии 500 метров от жилых домов. На месте работали взрывотехники. Территорию оцепили, снаряд вывезли в безопасное место и обезвредили. Лес Победы. Масштабная экологическая акция пройдет в Подмосковье 11 мая. В этом году ее проведут уже в шестой раз. На площадках планируют высадить более 100 тысяч деревьев и кустарников. Сейчас идет подготовка саженцев, елей, сосен, дубов. В области создадут новые сады, аллеи и парки.